I wonder, will you love us for having created you? Will the world you build be like ours, or so different that we today cannot even imagine it? Your will is free because you were made to be free. Let your will be done. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики. Меня по-прежнему зовут Ведьмак, мы по-прежнему играем в Принцип Талоса. Головоломочную головоломку от создателей Сириус Сэма. Мы с вами по-прежнему находимся в египетском хабе и пойдем сегодня изучать третий мир. Здесь вроде как есть одна звездочка, но еще здесь есть вот такая вот фигурка, которая нам нужна для того, чтобы открыть следующую штуку в испытаниях. Очень похоже на какой-то терминал, типа вот такого вот. Так, что у нас тут есть почитать? Прогресс Репорт 9. От кого Боб Раковский? Кому список рассылки Иэн? Отчет о ходе работы номер 9. Основной костяк симуляции в настоящее время работает на Yale. Он еще не подключен к системе ИИ, но в теории все готово. Полагаю, что следующим шагом будет проверка того, имеют ли смысл генерированные сценарии. Или мы будем ждать итерационный модуль для чего-то там. Ой, прошу прощения, что-то я на Escape нажал зачем-то. Осирис, часть третья. Первая мудрость, сказал писец умирающему человеку, в том, что как мир состоит из пяти элементов, так и душа человека, поэтому знай, что в этой жизни ты сердце и тень и имя, а также Ка и Ба. Без этого всего ты был бы не человек, а вещь. Кем является человек без имени, который не может говорить от себя? Кем является человек без тени, который не привязан к миру? Кем является человек без сердца, который не может ни чувствовать, ни думать? Кем является человек без Ка, у которого нет сущности? Кем является человек без Ба, который является не самим собой, а только бесформенной глиной. Поэтому славь Осириса, царя вечности, владыку постоянства, старшего сына Луна Нут, того, кто проходит миллионы лет в своем существовании. А здесь переводчик явно добавил свои собственные убеждения по этому тексту. Да? Ну ладно. Негодяйские переводчики. От надмозья. Just War Excerpt. Democritus Alter или трактат о причинах справедливой войны против индейцев. Ага, ага. Juan Ginés de Sepúlveda. Написан в 1547 году для оправдания испанского завоевания американского континента. Испанцы имеют полное право господствовать над этими варварами нового света, которые в человечности уступают испанцам так же, как дети уступают взрослым, или женщинам-мужчинам, поскольку между ними двумя существует такая же огромная разница, как я бы даже сказал, между обезьяной и человеком. Сравните эти дары с теми, что есть у полулюдей, которых вы едва найдете остатки человечности, которые не только не имеют никакого познания, но к тому же неграмотны и едят человеческую плоть. Поэтому, если вы хотите ослабить их, я не имею в виду для нашего господства, а для менее сурового порабощения, то им не стоит труда поменять хозяев. Что? Короче, понятно. Но люди всегда оправдывали войны тем или иным способом. Недавно читал Хайнлайна, его «Звездный десант». Многие не знают, но книга имеет, на самом деле, из общего с фильмом только вот эту войну с жуками на планете. На самом деле книга совсем о другом, там как раз таки о войнах рассуждается. Теория. Это место своего рода хранилище истории человечества, а мы – вымирающий вид. Шип, версия 69. Теория. Попытка найти ответы принесет только боль. Быть равнодушным – единственное спасение. Самсара, версия 72. Теория. Этот парень помогает 10 раз больше, чем ты, Самсара, так что заткнись. Сэм, версия 1. Теория. Мы находимся в каком-то инкубаторе, ожидая, когда нас искусственно выведут. Шип, версия 69. Теория. Если бы ты знал, как мало ты здесь знаешь, ты бы не писал это нам здесь на показ. Добно. Версия 55. Так вот, по поводу воина. Хайнлайн довольно интересно описывает свою теорию оправданности войн, что войны — это благо, по сути, позволяют выживать сильнейшим, вот, уменьшают демографическое давление и многое-многое другое. Ну, в общем-то, как бы теория не новая и довольно спорная, но, в принципе, интересно почитать. Опа.
таинственный терминал. Давайте-ка используем его. Сеть недоступна, сеанс в архиве библиотеки готов. А, ну здесь ничего особо нет. Ну, давайте читать. Body and soul, тело и душа. Однако принято считать, что египтяне верили, будто душа живет до тех пор, пока тело не разлагается, и поэтому использовались своим методом ускользания от смерти. Могли мудрые египтяне, сказал Никая, так грубо думать о душе? Если душа может пережить свое отделение, что впоследствии она может получить от тела или потерять? Египтяне, несомненно, ошибались, сказал астроном, во тьме язычества и на заре философии. Природа души до сих пор оспаривается среди всех наших возможностей чистого знания. Некоторые до сих пор верят, что она может быть материальной, тем не менее, считая ее бессмертной. Окей. Сома. От кого? Сунь Вэйян, кому Аркадий Чернышевский. Тема «Имена». Имена – забавная штука. И помню, сколько мы пытались придумать название для нашего проекта. Все серьезные ученые называют свои проекты, просто переводя их на греческий или латинский, не так ли? Корпус заставил меня подумать о какой-то страшной болезни, поэтому вместо этого использую греческое слово «сома». Вполне уместно. Но тогда, поскольку нам нужно было корпоративное финансирование, мы должны были придумать бэкроним. Знаешь, корпорации любят расшифровки. Они даже решили помочь нам и прислать список модных слов. Типа такого. Самодостаточный ортостатический модульный андроид. Стабильный обсервационный механизированный антропоид. Скивоморфный амниадаптивный мобильный антропоматон. Спустя некоторое время мы так расстроились, что начали придумывать всякие глупости. Саблезумый обезумевший маньяк-андроид. Сознательная ортопедическая мартышка-автомат. Страшный Ольгин маниакальный автобот. Суперские октоподовые маринованные астронавты. Смачно обжаренный мятный аллигатор. Смердящий орнитологический мул-аллокатор. Серьезно обожравшийся моллюсками арахноид. Самый обычный малопримечательный акроним. В конце концов, мы возненавидели название Сома только потому, что все вокруг него было так много споров со спонсорами. Поэтому, когда Александр рассказал о принципе Талоса, ну, видимо, они согласились. Я не знаю, действительно ли она подходит, но мне она вроде как нравится. Знаете, что самое смешное? Я просто представил, как переводчики сидят, короче, и придумывают вот эти вот акронимы для этого слова, потому что оригинально там оно, естественно, было по-другому. Какое-то место более такое порушенное, что ли, выглядит. Стенки из такого старого кирпича. Разваленные. А тут из камней. Сложенные из известняка, видимо. Опа, ведерко. С чем очень на бодяже. Обидно, что это никто не увидит. На самом деле. То есть мы, конечно, оставляем послание, но... Ой. Толку в этом... Давайте пока оставим. Может быть, здесь что-то мы найдем в этом месте, что позволит нам придумать более интересные фразы. Иногда такое бывает. Темно-то как. Полет на солнце. Недавно же какой-то аппарат насовский долетел до солнца. Ну, не до него солнца. Не с его солнца, конечно. Вокруг него полетал, пофотографировал. Обелиск наклонился. Пизанский обелиск. Ну, допустим. И чё? Понимаю. Что мне это даст? Здесь ничего нету. Подозрительно. Подожди, она не двусторонняя лестница, нет. А если я, короче.
конечно, круто. Но мне ничего не дает, да? А, так вот же лестница, господи. Эй, как я ее не заметил, интересно. Обычно я невнимателен. Это было слишком легко. Может, здесь тоже есть какой-нибудь секретик? Блин, зачем ты перелазишь? Кто тебя просит? Дядя. Андроид. Ну ладно, пока не будем заморачиваться. Ничего особо я не увидел, куда можно попасть, поэтому пойдем дальше. Песок. Пылится или мне кажется? Мне кажется. Или пылится. Или кажется. Ну, не, он, видимо, ветром сдувает его. От наших ног даже следы не остаются, к сожалению. Обидно быть невесомой сущностью. Или, может, я эльф? А, да, я, по-моему, уже задавал этот вопрос. Андроид-эльф. Это я понял, а что теперь? Единственное... А, наоборот. Единственная значимая цель — достичь конца цели. Окей. Бессмысленная фраза. Свист. Так, ну я даже пытаться не буду. Угу. Прикольно, такие шестеренки крутятся. Удивительно, что это все работает. Такая система вращения. По-моему, достаточно было всего двух шестеренок, в общем-то, для передачи вращающего момента. Вот этой центральной, которая, видимо, к мотору подключена. И вот этой. Да ладно. Угу. Так, интересно. Ага, его выталкивает. Я не знаю, зачем я это делаю. Так, и сюда меня. А, видимо, задача у нас внезапно. Я же не умею. Не-не-не, не надо. Я же не умею приседать. Что-то непонятно. А, видимо, вентилятор оттуда выдать должен. Окей. Так, наша задача, я так понимаю, для начала... Достать вентилятор себе. Но как это сделать? Учитывая местную систему прыгания странную. Джж, такой. Убился. Так, а здесь получится? Нет. Так, ну это то ли оно там приделано, то ли что. Я еще здесь не был. А вот здесь мы можем взять вентилятор. Окей. Окей. Да блин, столько здесь мест, офигеть просто. Как, что? А, вот. Хорошо. Я думаю, вентиляторы нам на самом деле нужны будут здесь. Большая часть. Так, а как вот это взять? Нет, как вот это взять, в принципе, понятно. Делается это просто. Оп, так. И все. Просто он такой пес, нам столько вентиляторов. Да спустись ты с небес на землю. Так, а зачем вот здесь? Есть, конечно, подозрение. Зачем? Чтобы разогнать что-то. Так. Нам еще нужно перегородить синюю, да? Но это тоже несложно. Или подожди. Нет, так не получится. Он мне не там находится. Окей. Блин. Слишком много всего можно сделать. Я должен понять, что вообще можно сделать. Так, ну здесь ты нам не нужен. Пойдешь со мной. Жужжат так. Mm-hmm.
деталька у нас спрятана здесь. Да? Для того, чтобы ее забрать, нам надо как-то... Интересная лестница. Как сюда вообще попасть можно? Бегаю с этим вентилятором. Мне не нужен. Так. Нам надо, по идее, перекрыть этот луч. А если его просто пытаться... друг на друга так поставить, на высоты, конечно, не хватит, да? У нас же только два куба. Не вижу пока смысла вот в этих вот вентиляторах. То есть, допустим, они, короче, стартуют и вот так вот двигают. Ну, либо, не, ну, они же не смогут на такое расстояние сдвинуть, скорее всего. И давайте проверим. Не, смотри-ка, смогут. В принципе-то. Но зачем? То есть, а потом сюда с разгона так бам! И что это дает? Неясно. Не кажется ли, они меня приподнимают? Ну, чуть-чуть. Я так вот сделаю. А, его недостаточно, блин. Я думаю, меня, может, если отбросит вперед, а потом подымет на одном из этих вентиляторов, я, например, туда вот долечу. Посмотрю, что там есть. Так не работает. Так, ну, другой вариант это... Может, сюда тоже недостаточно. Закрыть. А что вообще за нафиг? В чем соль? Не достает, да? Нифига себе. Закрутило. Так, а достать вообще я не смогу, например, его просто взяв тут сюда вот как-нибудь. Как-нибудь вот так. Нет, так тоже не получится, да? Потому что. Ха-ха, если бы все было так просто. Не знаю, что я пытаюсь сделать.
Ну, что-то пытаюсь. Странная головоломка. Пока я в ней. Бум! Почему я вот так не... Подожди. Не могу. А-а-а! Я застрял! Окей. Я же не знаю, что придумать, короче. Так, а если я... Не, ну это их сдует. Бесишь! Что бы еще? Что еще можно придумать? Я вообще не понимаю пока. Окей. Куча вентиляторов лежит бесполезных. Что мне с ними делать, непонятно. Вот эта лестница, конечно, меня интригует очень сильно. Это означает, что как-то сюда можно попасть. Но как? И зачем? Там же ничего внутри нет. Да ладно, это все, конечно, лирика. Вентиляторы друг на друга, я так понимаю, я складывать не могу. Это невозможно, да? Это невозможно. Я теоретически могу временно от... теперь я понял. Ну, это, конечно, хитро. Так, нам нужен только один кубик на самом деле. И нужен вентилятор. Я все думал, что как-то это связано с... Да. Короче, временно отключаем, потом... почти успел. Так, блин, как я теперь отсюда выйду? Хотелось бы мне знать, видимо... Ах, отсюда. Ок. Так, блин, а как мне быстро сойти с вентилятора? Как мне быстро сойти с вентилятора? Что прям хоп, резко, короче, и сошел. Али, подожди. Может быть сделать вот так вот? Потом типа вот так вот? Угу, смысла много. Да блин! Собака ты страшная. Так. Так. Что еще придумать-то? Не знаю. Ничего больше в голову не приходит. Слишком долго висит в воздухе и теряет драгоценные секунды. Я никак не могу быстро слезть с вентилятора, вот в чем проблема. Может, так, а у меня есть лишний вентилятор вообще? По-моему, нет. Все использованы. Три всего их у меня. Странно, было больше вроде как. Но глючит. Здесь снял. Ну ладно. Мутная загадка реально очень долго времени отняла. Я, правда, ее еще до конца не доделал, но... Ах. Блин, а почему? Я же перегородил вроде сам. Нет. Не получилось. Если истина не открывается, возможно, искать ее стоит в другом месте. Угу. Умный ты, спасу нет. А, подожди, а если... Иди сюда. Если мы сюда поставим кубики... Нет, подожди. Прям под луч.
так вот, так вот, и вот так вот. Во. Yes! Я засексуалил это. Наконец-то. Упрты. Просто упрты. Теперь у меня есть 4 вентилятора. Я заберу их все себе. Можно? Можно как-нибудь вообще их? Как-нибудь вообще их, вообще их как-нибудь. Ладно. Пусть пока лежат тут. Ладно, это было мутно, мутно. Но мы вроде как победили. Пойдем дальше. Как раз вот эту фигурку я и хотел добыть. Сдувшийся. А все три элемента нам нужно использовать на этом, в этом испытании. Так, если я возьму коннектор, естественно, она закроется. Ух, я вас понял. Так, ну, скорее всего, надо сделать для начала вот это вот. Окей. Все, что ли? Вы что, смеетесь? Это же вообще элементарно. В сравнении с предыдущим, по крайней мере. Стоп. А вот это уже не элементарно. Это уже интересно. Можно ли как-то попасть наверх? Ну... Пока что я вообще не вижу средств к достижению этой задачки. Единственное, что... теоретически я могу подконнектиться к какому-то из вот этих лучей отсюда. Да? И открыть их. Но как это сделать? Это, конечно, вопрос. Да блин, прекращай. Но зачем? Ну, допустим, даже я, короче, попаду туда, и меня выбросит. Да, и что мне это даст, неизвестно. Так, ага, сюда нужен красный луч. Вот это уже интереснее. Я вижу красный, я вижу хрень. Остается вопрос, сможем ли мы это соединить вместе. Да, скорее всего, сможем сейчас. Оп, оп, такие, короче, не получается, да, надо сюда привести. Твою бать! Слишком хитрожопа. Чё, не получается? В смысле? Ах, она выше, чем я думал. Тогда это должно делаться вот так. Скорее всего. Ну, в смысле... Вернем сюда. Твою мать! Ты бесишь. Страшно бесишь вообще. А там, блин, видна вот на секундочку какую-то просто-напросто. Да ебана мать! Ты издеваешься, что ли, надо мной? Скотобаза пьяная. Давайте просто начнем с того, сможем ли мы как-то соединить. Ага.
слишком неточно получается двигать гексайдер. Вот, короче, так должно сработать. Вот так вот. Хорошо. Звездун. Ну и, кстати, интересный факт. А, нет. Ну ладно, пойдем дальше. Это было круто. Так, а нам нужна... штуку мы открыли. Ну, пойдемте еще решим одну головоломку, если, конечно, она не очень сложная. Здрасте. Есть кто? Орлиное гнездо. Кубик. Прыгалка. Пустота. А зачем я взял ключ? Кстати, я еще подбирал в первом мире дискетку. Он тоже ее подбирает, и ничего не происходит. Может быть, если собрать все вот эти штуки, типа в конце где-нибудь в игре, они дадут возможность, там, не знаю, открыть секретную концовку, например. Будет прикольно. Так, ну допустим, я переброшу сюда кубик. Что нам это даст? Ага. Это даст нам теоретически возможность перекрыть луч. Теоретически. Вот если я перебросаю все кубики сюда. Ах! Ах, вот оно что. То есть оно временно. Да? В смысле, а кубик мне вообще для этого нужен? Слишком быстро. То есть мне нужно сделать это гораздо быстрее. Все, либо что-то по-другому сделать. Зачем мне два кубика? А может я вместе с ним полечу? Как вы на это смотрите? Ага. Нет, вместе с ним какая-то ерунда получается. Так. Что же делать, что же делать? Как же быть? Не, ну конечно есть вариант просто быстрее все делать. Но я не уверен, что это получится. Я же перелетаю, в общем-то. Что-то как-то, что-то. Типа-то этого недостаточно, да? Не перегородило. Окей. Мне бы на самом деле... На самом деле мне бы... Вот так вот сделать. Ну и второй можно также сделать, в общем-то. Другое дело, что при таком раскладе я физически не смогу. Ой, я где оставил? Физически не смогу вытащить их теперь отсюда, эти кубики. Придется отматывать головоломку назад. Но с другой стороны, мне это, в общем-то, ни к чему. Эй, сюда. Будешь мне дуть. Понимаешь ли? А вот такой. Лежит тут. Ну и, собственно, в этом мире мы собрали с вами все, что можно было собрать. Вроде как, больше звезд здесь нет, если я правильно понимаю. Поэтому предлагаю отсюда заруливать обратно в хаб. Больше вроде тут нам ничего не светит. Здесь же одна звезда была, да? Одна. Ну давайте, наверное, еще наведаемся, попробуем, где там стоял... Второй терминал, я уже забыл. Там, по-моему, в скрытом где-то месте. Может быть, он там просто проявился, иногда такое с ним бывает. Нет, обычно глаз нарисован сразу. Ну тогда все, давайте возвращаться в хаб и будем там открывать новую штуку. Посмотрим, для чего она вообще нужна в игре.
какая-то оранжевая. Или это просто отцвет такой. Ой, что-то я не так сделал. И опять не так. Ну это же определенный терминал. А, нет, это просто какие-то переключатели. Ну, в смысле, пульт управления просто. Стоп. Или не стоп. Что там? А, это такое ощущение, что устроится для записи каких-то макросов. По крайней мере, выглядит это именно так. Но, что это и зачем оно нам нужно, мы узнаем с вами в следующей серии. Пока что все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть. Дальше будет интересно, я думаю. Всем пока.